Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как при помощи клипс можно создать вот такой великолепный браслетик. У меня при покупке резиночек всегда остаются лишние клипсы. И вот, как вы видите, что можно из них, какое великолепие сделать. Для плетения такого браслетика мне понадобилось 99 клипс. Возможно, у вас пойдет чуть меньше, возможно, чуть больше. Это уже индивидуально, смотря по руке, какой у вас размер запястья. Клипсы с этого браслетика не сваливаются. Браслетик немножечко тянется. Очень хорошо носится. Очень классно смотрится. Сейчас вам расскажу, как его сплести. Берем нашу резиночку, оранжевую. На нее мы оденем 4 клипсы. Вот, вот таким вот образом одеваем 4 клипсы. Раз. Два. Три. Четыре. Берем следующую резиночку. У меня это будет салатовая. Одеваем на эти клипсы резиночку нашу. Вот таким вот образом. Теперь мы должны одеть между вот этими нашими клипсами 3 клипсы посерединке. Так вот, раз. Два. Три. Вот. И получается, мы должны эти клипсы расположить так, чтобы они находились в серединке нашей резиночки. Одеваем второй конец клипс на резиночек на клипсу. Вот так вот. Теперь мы оденем 4 клипсы. Уже между этими клипсами мы оденем 4 клипсы. Раз. Два. Три. Свалилась чуть-чуть. Поправим. И на этот хвостик одеваем 4-ю клипсу. 4. Вот мы их так перевернем, чтобы видно было. Теперь на вот эти 4 клипсы мы закрепляем следующую резиночку. У нас она идет синяя. Вот, одели. Теперь между вот этими нашими клипсами мы оденем 3 клипсы и захватим второй конец нашей резиночки. Вот, надели. Теперь зацепим
с этой стороны нашу резиночку. Вот, зацепили. Теперь мы одеваем заново 4 клипсы между нашими этими тремя клипсами. Раз. Два. Три. И одеваем нашу резиночку. Теперь между этими клипсами мы оденем 3 клипсы, чтобы захватить наш второй конец резинки. Можно так оттянуть чуть-чуть резиночку. И одеваем нашу резиночку. Вот. Технология, я думаю, вам понятна. Так мы оденем сейчас наши резиночки на наши клипсы. И потом я вам покажу, как его завершить. У меня, сразу скажу, у меня пошло 13 резиночек. Вы уже будете смотреть по своей ручке, как вам будет удобнее, сколько вам клипс. Он, в принципе, не особо тянется, но немножко растягивается. Одевать его очень удобно на ручку. Вот, вот я на последнюю резиночку одела 4 клипсы. Раз, три, 4. Теперь мы должны на начало одеть 3 клипсы. То есть мы должны тоже вот эти резиночку соединить между собой. Одеваем 3 клипсы между нашими клипсами. Так, их продеваем, застегиваем на резиночку так. Так, это мы на начало одели. И теперь мы соединим начало с концом.
между вот этими тремя клипсами мы оденем наши 4 клипсы. Значит, вначале застегнем. Так. Теперь через одну. На следующую. И через одну, самую последнюю. Вот. Вот посмотрите, какой у нас получился очаровательный браслетик. Очень оригинальный, необычный. Если вам понравилось видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!